Тоже делайте ставки, просто пишите 10 ов. Это тебе талант. Да. Я... А у тебя ИП нет. Мася, как успехи? Все так же, она не двигается вообще. Ну этого Акуму надо звать. У тебя есть время до Саурфанга. Вот мы его сейчас убиваем, а чистим трэш, ли там разберемся. Отказался? Где-то какой-то баг в чате написала. Помогите! Ну, Дархауса в холле пал, ну ладно. Надо успеть. Да после это завтра шкаф. Получается не рфанут. Дайте шкаф. Это завтра получается не рфанут холли палов. Бладов. Веридаров. Веридаров. Не, ну раз это понятно. Я про Т4 конкретный класс. Уттерхаус, просыпайся. А что, демона нету, что ли? Демон, где демон? Есть там демон. Скорее всего. Септик, где демон? Где тут демон? Не понял. Да я стрелк. Лапу дайте. Барбарос вроде тоже в демон. Юля, что там? Что сильнее, череп с обычки или пламя? Прием, прием. На ретрика. Хуета. Ладно, похуй. Как много ты здесь ретриков видишь? Ни одного. А, ты что-то спрашивал за тринки на ретрика? Да, череп с обычки десятки или пламя лучше с выбором. Блять. Скорее всего, да, пламя будет. А, уже похуй. Закинь с пола. Вы там еще меня не заменили? Я захожу. Нет, еще не меня. Ну, вообще, ДПС очень маленький.
4 ночи. Тебе по откату сразу закину? Да. 40 секунд. Ну, прикольно, прикольно. Сколько там? 28? 29,5. Я понял. Это 3 истерии, да? А Роги? Да. Роги по 7. Ну, если Рог добавит, 30-ка, наверное, будет. Да, типа я даты профукал. Так бы была 30-ка. Заманить Маси. Помните о чести, герои. Какой бы жестокой ни была битва, никогда не отрекайтесь от них. Там открыт портал, если что. Я чувствую, как король Лич наблюдает за нами. Сколько Валера дал? Данжен мастер, стой. Ну, кто такой Валера? Эрзо. 13 копейками там вроде. 15 400. Эрзо, ну? Бля, Валера без обид, но тебе даже этот маг как нахуй хира в рот насыт. Ну чё? Скорее пока всего, да. Скорее всего, разве больше не дамажил, что-то 16 дал. Ну как-то 18 давал, по-моему, не? 17. Не ну, варикор. Круче его, блядь. Да, 4-4, но куски говна. Все равно мне нужно в каражан ходить, бассаны. Нет, он холи говорит. Блять, скорее всего, диспелит эту залупу с нас, ебаный урод. Есть он холи. Мне если голова нужна. Гарди, то он же без бафа на дисплей. Для пистол. Ебаный урод, блять. Поэтому считай, что без. А он что, без таланта? Он. Ну, у него не вкачан. У него не вкачан талант на. Ну, этот Ревендера, короче. А чё вам Ривендеро? Там же там этот разносчик черный чумы. У него вкачан. Нет. Не вкачан. Что не вкачан? Вы про что? Давайте. Про апдоток?
А, не вкач. А, не, не вкач. Да. Ты больной? Это Ондеркир. Да, не вкачет, лох. Куда ты слабый? Чё вкачано, чё не вкачано, чё вы там... Чё вы... И всё вкачано, и всё не вкачано. Кошмар. Нихуя не ясно. Короче, АДК, но не АДК, да? Не, АДК, АДК, АДК. Адер, иди сразу делай гнома, и будешь бить 500 тысяч. Да какой гоблин? Ты видел, чё там сейчас баки с этим гномом? Нам же дает типа 500% крита. Там же типа прикол, что гном дает типа тебе. Да так, кстати, опасно, блять. Кого в первую очередь бьем? Великана. Станьте лучше покучнее хотя бы для хилов чисто. Это хило хп сокрутят, ебанутся. Хоть где-то. Они там, кстати, написали про расы. Они шута 5 хотят изменить с этими новыми расами. Стреляем. Не побегу. Это теми, которые не скинули. Еще никто не сделал, они уже, блядь, меняют нахуй, заебали. Алганфейль стоит групповой. Эридаров занерфят завтра. Завтра занерфят. Твоего БДК, блядь, завтра занерфят, нахуй. Так я все равно за 20-ку буду домашнить. Да ну нахуй, блядь, в пизду. А потом, ну, блядь, знаешь, за 20-ку, блядь, когда ты будешь давать на 21 хуй с ним, для, блядь, предбис ретрика 16-17 КДПС, это еще не так обидно будет. Но, блядь, 29 я ебала просто, нахуй, эти приколы, блядь. Ничего, в сетятом еще будет веселее. Да это пиздец, блядь. Ничего, с автосовом 24. Да, блядь, мне кажется, нормально. Это любому милику, сука, обидно. А модель просил тебя напомнить про элимов, они тоже много дамажат. Два друга. Найс пули. Да элимы всегда были в жопе по ДПСу, это плохо. Нихуя, на открытии этот Т4... Блять, 2Т4... Не, подожди. 2Т4, ой, 2Т4, 2Т10, нахуй, на X2, там элимы нормально давали. По 18. Так и старт Т5 они хорошо дамажили. Или мы всегда, да, были топовые. Старт. Это потом что-то их под это подрезали. Где у меня две НЭ? Давай. Вот сейчас в одну истерию сыграю. Ебать, вы, конечно, сделали, блядь. Ров. Да чё вы ноете? Ну дамажит и дамажит, ну какая разница? Ну типа убирают обуз, это минус 4000. То есть у меня служит, там 4000 ДПС накапало. Это все хуйня, подождите, я сейчас смотрю прошлое КД. Откуда у тебя нахуй 9К ДПС нарисовалось? Объясни мне. 4Т4 я собрал, повторю. То есть ты хочешь сказать, что ты давал 20-ку в двух кусках? Да. Он уже столько времени пил. Так это мой одинаковый ДПС, там, если в соло таргет, там... Я тебе больше скажу, я 20-ку давал с 200-й картой на Валуне. Угу.
Там 4 куска только ОЕшку добавляют, по сути. Больше ничего не делают. 4 куска только ОЕшка добавляется. Понял, принял, зафиксировал. ВС, скилл помойка. Ну, у тебя же и Т10 апает тоже, ВС. Просто Т10, 7%, Т4. 35, да, но тебе не нужно после рунического бить обязательно кровавым. Ты можешь просто врата сыхмерить. Тем более этот баф должны убрать, кстати, на 35%. Просто вообще уберут. Я тебе секрет открою, 4 куска будут вообще другие завтра уже. Возможно. Я читал нерв. То, что я видел, там написано было, то что берут вот этот 35% бонус. 4 куска. Да, там будет 2 куска просто руник ты можешь сжать. А 4 то, что у тебя после критового руника будет дотка висеть. Все. Да. Ну как сейчас почти, ну только если вот это. Ну, типа дотка апнется на сколько? В 2 раза? Да, в 2 раза. Ну оно нормально, кстати, будет, думаю, что. Идея. Крест Валентайн А нет. Мейклав квадрат. Это правда, что там планируют этому просто 2 косы сделать с 4 кусков? Ты не в курсе? Я не читал фростов. Чё за косы? Теперь, когда он будет нажимать, возможно, будет 2 косы вылетать вместо 1 4 кусками. Ты про фростбол говоришь? Я просто не понимаю. Он говорит про ФДК. А, блин. Это очень жестко, типа. Гер? Коби выбежал. Утер, вернись. Утер, не сносите. И по 2 не держите в одной точке, если чем. Утер, выбеги.
Кому-то кровь нужна? Танки сами решите, кто на чем. Валера, когда ДПС будет? Я, блядь, расту, только немного, блядь. Пока Валера, это кринж максимально. А Лукард пособираешь слизни или босса хочешь потанчить? Меня когда еще? Слышь? Я скажу как. Ну, скажи. Не есть. Что, тебя кинут, не? 15 секунд. А лужа тебе дохуя апает вообще ДПС, ну или как? Ну, на прошлом 2к. На сурке 4. Ну, в ГДК хуёво. В анхолике, типа, я её из ребешки могу кидать. Ну, она даже пропадать не будет, по КД кидать могу. По большому, ну, чтобы она не пропадала, висела. А в ГДК у меня талант не вкачан. Взрыв. Ушли с разбежались.
Пиво. Ну, конфей. Зачем вы сказали вообще убегать? Тут бы поржали. Мне кажется, умерло бы, блядь, дохуя людей. Осталось бы там живых немножко мало. Блядь, слизняк шипел. Было бы смешно. Ну куда вы пошли, блядь, слизня бейте нахуй. Съебались нахуй, съебанули. Бейте слизня, а резни тебе дала. А что там, модели нормально апают элимов или что-то? Там у них будет что-то типа урон зависит от крита. Там есть баг, который от количества крита будет урон. Появились. Не, Адель, может там подшаманит в плане коэффициентов? Чё, квест даем, прием. Да, кстати, у нас же квест еще. Пошли, даем квест. А у кого две порчи есть кого-нибудь? Блядь, можете не сдавать, я его не взял, пи***ц. Да ну ты, не помню, так да? Возьми, возьми, в чем проблема, не сдавайте квест пока что. Он шарится? Нет, блядь, подходишь, у еблана берешь, главное, чтобы квест... Сейчас не сдали раньше времени, пока ты не возьмешь, вот еще. Три багрухи. Ждите, не сдавайте квест, ждите все. Если взяли квест, то можно сдавать, считает на весинц. Нет, ну да, если взяли. Если не взяли, то не засчитают. Взял. Уже кто-то сдал. Да, сдали уже. Нет, нормально. Адель, СТ-15К, да? Можешь жарить, нереально. Ой, ебать, боешка бисовая упала, нахуй. Косарик целый стоит. Я так вот с дотфа попадал. Чё-то Валик... Кого? Поменяли, по-моему, маршрут Валька. Мы ближе стали сюда к краю летать. Это что, сегодня мой день, типа? Ой, ебать. Лаборатория алхимических ужасов и забав. Это раньше что было? Было. Ой, я себе только сейчас заметил. Ты не было такого, она даже сверху пишет. Да было, блядь. Всегда было. Ну а как там должно быть? Комната профа, блядь, или как? Ой, Алакур, ты где импруваешься? В Амаме или босса? А босса ты умеешь танчить? Хоть там уметь ЛПшки колбы нажимаешь. Колбы там выносить там и так далее.
Короче, смотрите сами, мне похуй где сидеть. Не знаю, умеет там локарт это делать или нет. Локарт, вот череп, там ты обычно держишь профана колбы, отводишь к стенке. Вот тебе квадратик, колбы всегда должны быть там. РДД, вы смотрите на звезду. Кто-то что-то не знает или что-то еще может такое интересное? Все знают, все умеют. Я в тебя верю, Лукар, ты справишься. Кирилл, вы самое слабое звено. Нихуя себе. Ну, поехали. Ну, РЧ, прими, мне неудобно, всего хорошего. На тебя даже истерию. Луж... Отводи. Сразу ведешь под кол. Просто бежишь по прямой. А, переставил череп. Под зеленым. Босса подводи к столу, карт, к столу подводи, там где все. Ложи аккуратно. Все, стой. Когда тебя так просят босса подводить, ты босса подводишь для того, чтобы людям, ну, миликам меньше идти до босса, а не от них уводишь. Понял? Води колбы. Пельмень. По красному РДД. По красному мне. Лужа, милики ушли. КРДД ушли не в стороны. Да не надо было отходить, я выпил сразу. Я же стоял под нос. Ты одаренный. Скажи мне. Ты где стоишь? Где звезда? Где все РДД? Почему ты стоишь отдельно? Там перемешки летят, аккуратно, отойдите. Пизда на хуй. Победителя. Мастер Валентайма, Валентайм ВТФ, ВТФ Данжен Мастера. Колбы, Барбара. Ну, надо еще раз плевать.
Милики ушли, милики ушли, милики ушли, милики ушли. Пельмень. Ну где ты стоишь? Ты милишник. Че, пельмени полетят к столу? Пельмени. Убить и убежать. Ложи еще сверху. Можно рыбов попавший? Приста, лапа, кулаки, каски, МП-5. Красный РДТ. Можно хотнуть обаму немножко? Пельмени, аккуратно. ВТФ, а ты чем по себе инер заливаешь? Слишком сильный. Ман недостаточно. Два процента. Столкнули, увиди к стене, увиди к стене, увиди к стене, увиди к стене. Лыжа. Подводи босса. Не успевает. Не бить, не бить, не бить, не бить, не бить. Пельмени, аккуратно. Не бить никому. Петов отозвать, а Лукард сам не бей. Так раз. РДД, слейте босс. Пельмени аккуратно. Ты не заебался пельмени ловить? Скажи мне, пожалуйста. Да, я первый запомнил. Да какая разница? Барбарос, СС по войду. Спейси по утеру. Прямо сейчас. Гер, вай ты первый. ВТФ по мне одни. Тяналось. Прям сейчас. Проебал. Сейчас сейчас подъебало, колбы будут велики. Лик назови. Майклав. Че там по стакам у тебя? 3-4. Забирай лука. Блять, ебать, лужи сейчас хуёво кинул. Лукард, выводи. Дальше, дальше выводи туда к воротам, потому что сейчас зажмет пиздец. Пельмени. Колба. Ложу. Выводи, выводи, Лукард, веди, веди. Все, я забрал, короче. Колба. Пельмени. Карта 4, дай быстрее. Да я рот ебал, эту пуху ебаную заебала нахуй. ПКД падает. Сука, удалили бы ее. Забирай. Твоя пуха.
Сука, блин. 15. А можно за плюс ЕП эту пуху забрать? Не, за плюс ЕП я сам заберу. Ну, плюс 10, типа. По приколу чисто. Приколец-то редкостный, гляжу. Да хули. Кирилл, короче, забирай этот мусор сам, мне их в банке уже 10 штук. Когда-нибудь. Ни каски. Нахуя ты мне эту хуйню скинул? Ни каски, блядь, пацаны, нахуй. Ни лапки, ни пристабав, блядь. Пустец. Когда-нибудь ты, может, ты 10 будешь играть. Думай. Я же говорю, у меня в банке 10 штук лежит. Реально, блядь. Да, что-то не видел, что-то не видел. По-моему, я по 5000 отдавал за них. Вот, иди там еще, коли стоишь. Ебать, я ретрик. Похуй, хуй. Тебя никто не спрашивал, кто ты. Тебе сказали, иди танчи. Я сдохну. А ты сделай все, чтобы не сдохнуть. Это не в моих силах. А в чьих? В силах. Бля, ебать. А ты шо, умер, блядь? Нет, нет, нет. Валер, блядь, соберись, ну что за хуйня, блядь? Валера не в духе, ебать. Все, пиздец, Юля разлюбит, нахуй. Сейчас он кинетику будет бить, ебать. Надо, а кто? Падла ебаная. О, ты танканул. Блядь, какой-то ты слабенький танк, блядь, с одной плюшкой. Пиздец, блядь. Да ты не видел, как протовары на циркуле танчили? Там, короче, приходит протовар. Ну, по МТ-шли чате, типа, говорят. Начинается пул. И Лич просто с первой тычки его ваншотнул, блядь. Что привело тебя сюда? Там что-то 50 тысяч хп было, он 50 тысяч тычку дал. Так на Сирусе тоже такая хуйня. Мне кажется, он тут поменьше бьет физуха. Он магический, он здесь еще больше жнецом бьет, чем на циркле. Не, жнецом, жнецом-то понятно. А физуха, я имею в виду обычные плюхи. Ну физуха хуй его знает. Все зависит от капов, от блоков, ну от вары и так далее. Ковер, я тоже сбежался и пытался спасти. Если ты про... Вот так. Смотри, он стоял отдаленно там вот. Ну, так, да? Ну... Ты вот про этот момент. Ну да. Ну вот, я к нему подбежал, потом убежал. Так нет, там людей убило на этой фигне. Да меня не... Нет. Вас потом убило. У стенки стояли, чилили, там пельмени летят. Там не пельмени.
хрень там, где било чисто взрывом. Не, там еще пельмени были. Я просто стою, смотрю, типа там гоблин бежит, он кричал: мама, я не хочу умирать, его пельменем нахуй придавило. Там где чисто взрывом ебануло. А тебе вообще похуй, ты ДК, ты можешь встать, взрыв словить, и что-то три пельмени скажешь. Да что-то не бьет. А ладно. Беба, ты тут? Только двоих взрывов этим пельменями уебало. Почем маска стоит в шопе, не помнишь? Маска? Ну. Какая маска? Ну, обычная маска, блять. Повязка, точнее. Повязка? 2500, по-моему. Ну, сколько? Где-то, кажется, 4 вроде. Да. Не, 5. У многих, наверное, добило чисто взрыв и там тик. Ну, она типа 249 бонусов стоит. Тебе я 200 оставлю, ты ебать пельмени сколько нахавал. Я думал, ты мне дал... Ладно, мне это было пофиг, потому что ты дал за пельмени по 200. Ой, как... Господи, а что делать? 200 ФП сняли. 20 шмоток проебал, получается? 20 шмоток целых. О, Адель. ГП. Минус 2, Надь. Да ГП прикольнее сыпать, чем минус ЕП. Ну да, но тут пофигу, типа. Можно и лутать по КД, типа. Смотрим самых наших прекрасных бойцов: Сонджа, Твикс, Милфхант, Эрза. 4 человека. Фу, так, этот Лукар, ты кого танчить будешь? Да. Что, выбирай, либо ты двоих танчить будешь, либо келя. Мне поебать.